Они хотят новую технику, скрытую технику. Он подготавливал, а потом просто бам. Он зашел, ноги на полу, можно бить. Ну не дай бог ты эту калитку откроешь, и там такая пушка, совсем с другой скоростью, совсем с другой мощью. О, видал? Видал вот я это? Я почувствовал это. Эльмар, ну соберись, давай расскажем сегодня нашим зрителям про чемпиона мира по боксу Антонио Тарвер. Ты же готовился? Ты же разбирал это? Нет. Нет. Они хотят новую технику, скрытую технику. Как вырубать злодея с одного удара? Слушай, есть, короче, так забавно разобрать, короче, момент именно с точки зрения механического, да, так как бы, скажем, это, конечно, неправильно так делать, но давай попробуем. Вот если выходят два бойца, они как будто между собой, каждый из бойцов настраивает свой прицел по отношению к другому. Пытается взять на мушку и его, как бы, называется, тем самым как бы потом уже победить своими именно возможностями. То у Тарвера, конечно, был очень своеобразный этот прицел. Он буквально, в смысле, прям подготавливал передней рукой, смотрел на реакцию человека. Ну, вот у него это очень грамотно видно, прям, очень прям, знаешь, отчетливо по мне видно. Такой момент, когда ты видишь, как он каждую мгновение, каждую секунду напрягает своего соперника. Это очень тяжело делать. Прям ты прям его держишь в таком эмоциональном состоянии, психологическом, чтобы он был напряжен, потому что любая твоя ошибка – это дрова. Помимо этого, смотри, как прикольно, это реально, если посмотреть вот бой Тарвера, то можно такой момент заметить. Смотри, он работает вот так, смотри. Он реально вот так вот работает, смотри. Вообще, не напрягая, спокойненько, типа такой. Я ничего не умею, типа не особо сильно бью, но не дай бог ты эту калитку откроешь. И там такая пушка, совсем с другой скоростью, совсем с другой мощью. Это прям видно. Это прям вот видно, боюсь. То есть, можно сказать, что он усыпляет. Долго, нудно бьет с одной скоростью, и потом... Усыпляет, а потом меняет. Просто, да, резко меняет, как бы, и находит калитку помимо этого. Он же просто заставляет человека открыть эту калитку. И как-то он открывает, он сразу туда засаживает с полной скоростью, с полной мощью. Смотрите, если у вас получается такой стиль боя, как примерно у Тарвера, если именно получается, то можно делать пару нескольких таких простейших заданий, на основе которого мы можем как-то чуть приблизиться к нему. Смотрите, что мы делаем. Для начала мы учимся держать человека четко на всей длине руки. На всей длине. То есть мы бьем, выходим, кидаем, выходим, финтим, опять бьем. Можно шагом. Причем шаги не вот такие вот еле-еле душа в теле, а вот именно такие агрессивные шаги. Они идентичны удару. Вы двигаетесь. И то же самое. И целенаправленно вы пытаетесь держать человека на передней руке. Момент второй. Когда ты работаешь, стараешься также чуть придерживать человека. Ты идешь и туда же, так, туда. Идешь назад и опять же, так, туда. Так. То бишь, вы заставляете себя чувствовать вот эту длину. Потому что левая рука кажется, что она не попадает, а правая она длиннее. Но опять же я почувствовал, что она еще как такая распорка, что я не могу ее проломить. Да, все верно, все верно. Ну и вот, помимо этого, что можно еще делать? Смотрите, прикол. Можно точно так же работать и легко бить с правой руки. Двигаюсь. Это не говорит о том, что я расслаблен и готов принять по башке. Это говорит о том, что я просто целенаправленно бью и смотрю на твою реакцию. Мы двигаемся с тобой. Кинул, вернул. Двигаюсь. И еще, кстати, у Тарвера это очень явно видно, что он стоит вот так. Он прям целенаправленно стоит вот так. Вот он работает и бьет. Я вот не стараюсь. Она вылетает сама так, видишь? Это просто вот именно вот та тема, что вот именно вот тех людей, которые любят бить жестко с правой руки, они стоят вот так специально. Их обучат. И вот отсюда плотный удар получает сам по себе. Ну и вот. Далее у Тарвера также есть такая тема. После он сразу заходит.
Обычно он шага назад не делает никогда, потому что при шаге назад происходит атака. А при входе, получается, я атакую, я заканчиваю. Нас разнимают, я атакую, я заканчиваю. Нас разнимают, вот сейчас я всегда в выигрыше. Ну и вот, этот момент тоже. Быть иногда спойлером выгодно. Как ни скажи. И еще один такой момент. Смотрите. Левая рука. Вот он левой рукой бьем. Бьем. Иногда можно сделать ложное движение, а бьем рукой. Что у тебя там, руки сломались? Да нет, я просто не понимаю, почему у меня всегда правая между рук проходит. Моя правая? Да. В смысле, ты не понимаешь, ты решил сюда посмотреть, думаешь, они что-то изменят? Я думаю, да, ну что за фигня, что с руками? Ну что такие, знаешь, они кривые с такой. Как они проходят туда, хочешь? Да. Конечно. Просто я вроде бы, ну вот, я вроде плотно держу, вот вроде как бы, ну может быть. Я плотно держу, смотри. Да. На самом деле, эта плотность, она очень субъективна, смотри, держи, не бойся, смотри, смотри. Смотри, если я ударю вот так, то удар приходит вот сюда, вот видишь? Вот так приходит. Он не залазит. А если сделаешь вот так, он пролазит. Такой удар. У Тарвера еще очень крутая тема такая есть. Мне очень сильно нравится, я об этом уже, по-моему, рассказывал. Он всегда бьет, это особенность, это реально, он всегда бьет тогда, когда у него ноги стоят на полу. То бишь, вот, например, вот мы, ты как-то сатаковал, я там завалился куда-то, да, там, либо там куда-то там сел непонятным образом. Он не делает атаку. Вот он бьет с правой руки только тогда, в основном, когда вот он зашел, ноги на полу, можно бить. Можно бить. Вот именно только в таких ситуациях. Это как бы, это очень сильно напрягает в бою. Когда человек прям просто в мгновение ока становится в позицию и просто так вколошмачивает, прям в блок, думаешь, да ну нафиг, ё-моё. Вот ты нетипичный Тарвер. Потому что смотри, ты стоишь ровно, встал, короче, и разворотом бахнул туда. Понимаешь? А тебе нужно что сделать? Ставь стоечку. На ногах подсядь. Ноги шире поставь чуть-чуть, шире поставь, вот, сядь на заднюю ногу. И смотри, это вот прям очень, чуть повыше, это очень своеобразная вещь, вот так вот стоять. Вот именно вот так вот зажатым стоять, как будто зажат, как будто, только смотри, не вот так вот, видишь таз где, а вот здесь стоять, вот именно вот. И правая рука, вот правый локоть, грубо говоря, стоит как будто на кости, вот именно тазобедренной кости. И вот твоя задача оттуда просто толчком ноги бить. Давай. Вот. И не вались, просто раскрутись прям плотно прям. Во, вот теперь, видишь, даже ты уже, смотри, как бьешь. О, видал? Видал вот я это? Я почувствовал это. Ты даже почувствовал. Вот. Да и вот таким образом просто его надо прям уже вытачивать. Прям стоять и точить, точить, точить. Потом точить движение, потом точить в спаррингах. Прям точить, просто безмерно точить. Просто прям реально безмерно точить просто. Вот эта тема твоя. А теперь смотри, становись так же стоечку. Смотри. Вот. И левым шагом бей. Левый прямой. Оп, хорошо. Только смотри, ты бьешь туда. Ты бьешь наружу, бей внутрь. Видишь, ты не типичный Тарвер. Смотри на заднюю правую ногу, заметь. Ну, растянуто. Да. Видишь? Вернись в стоечку. Сделай то же самое, смотри, левый шаг, а правое колено при этом согни. Верно. Еще раз. Там? Вот, еще раз. Видишь, ты преодолеваешь то же самое пространство, видишь, но ноги заряжены на второй удар. А второй как раз вот ударил. Ударил, остановись. А теперь второй. Видишь? Стоечку, давай. Левый шаг, правый колено согни. Оп. Хорошо, смотри, ты неправильно бьешь левый. Бей левую, вкручивая. Если говорить о технике Тарвера, то вкручивай в конце, не в начале. Давай еще раз. Вот, еще раз. Ударь, останься. Вот, колено согнул, хорошо, вот вес вот здесь, ты специально так бьешь, как лучник бьешь. Давай еще раз. Оп. Нет, смотри, смотри на меня. Это не подразумевает тебе движение вот туда, вот. Руку поставь правую. Смотри, это не подразумевает, что я должен бить вот так вот, видишь? Это точно так же, просто плечо туда поворачиваю, видишь, как бы? Так, туда поворачиваю, а при развороте левого плеча правое плечо стоит на перезарядке, видишь? И на правой ноге, на правом бедре. И вот отсюда можно ломать руки. Сорян, извини. Я не думал, что ты так серьезно сильно ударил. Нормально. Как будто в детском саду. Как сильно ударил, не жалуйся.
Один. Нет, стой. Стоп. Второй. Вот видишь вот эти ноги? Это и есть то самое ощущение, что есть в Тарвере. Что он так не делает. Понимаешь, что он прям пок и встал в позицию. И так удар. Это вот то самое, что его делает им. Раз. Хорошо. Еще раз. Ты даже левую жестче бить начал. Прям жестко бить начал. Хорошо. Еще один. Хорошо. Даже вот видел, первый промахнулся, а второй все равно пришел хороший. К слову, на самом деле удивление Игоря. Это очень частое явление, когда мы бьем определенные удары, не выполняя тех или иных технических норм, которые нам задавали, да, и нам кажется, что мы бьем все равно слабо, что-то не хватает. А как только человека чуть-чуть подкорректируешь, и он сразу начинает бить так, что он сам в шоке от самого себя. Поэтому очень часто я вам скажу так, что надо перестраивать свою технику и искать такую, которая именно вам подходит, и вы которую понимаете. Это тяжело понять. Тяжело осмыслить, но это возможность. Подписывайтесь на канал Blood and Sweat, оставляйте свои лайки, комментарии. Вот так вот делайте обязательно. Без этого ну никак, парни, ну чё вы. Нажимайте на колокольчик. Я нажал. Следующий за вами.